К сожалению, в нашей культуре не существует красивых терминов для описания сексуальных процессов и, в частности, для описания нашей интимной зоны. Здравствуйте, меня зовут Ольга Штерн, и сегодня я хочу поговорить о том, что нельзя называть, а именно, как можно в коммуникации с партнером использовать красивые слова для описания своей интимной зоны и как это может повлиять на вашу интимную жизнь. Есть очень интересное исследование, в котором показывается, как на женское возбуждение влияют слова, которыми называют различные сексуальные процессы и, в частности, ее особое сакральное место. Так вот, чем более нежно, поэтично оно называется, тем больше у женщины возбуждение и тем более расположена она к акту и к близости с мужчиной. Хочу с вами поделиться очень интересным восточным подходом к близости. Он мне очень близок тем, что там сексуальная активность рассматривается не как грязная, порочная, некрасивая, а она рассматривается с точки зрения проявления божественного, когда два человека соединяются вместе и таким образом могут наполнить друг друга и, возможно, прикоснуться к каким-то высшим энергиям. Это и тантрический подход, и даосский подход. И я специально для вас подобрала целый спектр красивых названий для интимной сферы, как мужской, так и женской. Возможно, какие-то из них вы возьмете на вооружение и будете использовать в интимной жизни. Чтобы ничего не забыть, я вам их сейчас зачитаю. Для названия лингама, это с санскрита переводится как «жезл света», различные древние тексты предлагают использовать следующие слова. Алмаз, лотос, скипетр, жезл, чаша, нефритовый ствол, вершина, горный хребет, нефритовый скипетр, орудие любви, посол, полководец, герой и так далее. Да? То есть такие очень интересные описания. Но гораздо интереснее для меня это описание женских половых органов и как называют на санскрите йони. В переводе это источник, то есть источник любви, наслаждения детей. Какие предлагают названия для этого удивительного места? Золотой лотос, ароматная беседка, врата рая, драгоценная жемчужина, сокровенное место, горшочек меда, нефритовые врата, грот наслаждения, тенистая долина, драгоценные врата, комната тайн, пурпурный чертог, грот белого тигра, долина радости, тайный кабинет, золотая ниша, жемчужина, лотос и феникс. Как вы видите, название очень поэтично. И одно дело, если вы называете как-то половые органы по-медицински, либо как-то не очень красиво, возможно, даже матерным образом, и сравните вот эти поэтические красивые слова и насколько это повлияет и на ваш настрой, и на ваше собственное восприятие сексуальности. Если вы хотите узнать еще больше тайн о своей сексуальности, различных техниках, которые вы можете привнести в ваше ложе любви, то добро пожаловать в онлайн-школу Гейши, где вы можете ознакомиться с пробными уроками, которые помогут вам существенно улучшить ваши любовные отношения. И в конце этого видео я не могу не рассказать вам о очень интересном случае из своей практики. Девушка рассказывала, что ее мужчину зовут Николай, и он в своей интимной зоне дал название Николай II. И если у вас есть какие-то тоже интересные случаи из жизни, пожалуйста, делитесь в комментариях, будет очень интересно об этом узнать.